Вітаю в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про розвиток і прогнози пандемії COVID-19. В нашій студії професор кафедри інноваційного менеджменту, доктор економічних наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля Володимир Момот. Володимир Момот – кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля «Дніпро». Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю двигуни літальних апаратів та менеджмент організацій. 2006-2014 – член експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН України. Веде заняття в рамках програми MBA у Міжнародній школі бізнесу УАН. Опублікував понад 250 наукових праць, викладає у вишах та бізнес-школах Європи. Улюблена страва – кава з сиром брі. Хобі – теніс, велосипед, САП. Володимире, вітаю вас в нашій студії. Тож, зараз Україна наближається до власного антирекорду виявлених за добу хворих на коронавірус. Досі максимальна кількість випадків була за добу 27 листопада 2020 року. Це 16 294. Ми з вами у цій студії теж зустрічались десь в середині листопада і говорили про прогнози, про розвиток пандемії. Саме зараз, от за добу, 17 березня нових випадків коронавірусу діагностували 15 053. Тобто ми знов наближаємося до того антирекорду. І ми знову зустрічаємося. І ми знов з вами зустрічаємося, дійсно. Тож, розкажіть, будь ласка, які прогнози маєте на сьогодні. Знаю, що ви аналізували декілька країн, мабуть, десь близько 80. Розказуйте. Ну, действительно создается впечатление, что эти вещи как-то связаны, наши встречи и пики, которые проходит Украина. Но на самом деле я как раз анализировал не только нашу страну, а 80 стран, около 80, очень подробно, и практически все признанные независимые страны, их около 190, чуть менее подробно с точки зрения развития пандемии, и как раз делал это в попытках понять, что же происходит, и составить какие-то прогнозы. Вот я хотел бы, готовясь к передаче, я как раз подготовил график, который описывает развитие болезни в нашей стране. Давайте мы его подивимся. Да, вот хочу его прокомментировать. Смотрите, здесь красными точками, там, где много-много точек, обозначены заболевшие, количество заболевших за один день. И вот там как раз был пик 27-28 ноября. И тот максимум, который, как мне кажется, мы еще не прошли, мы к нему приближаемся, который соответствует нынешней весне, синим сплошным, практически сплошной, это общее количество заболевших. Ну, график построен в разных масштабах, поэтому графики, как бы вот, чтобы их хорошо было анализировать и видно, представлены на этой картинке. Конечно, заболевших миллионы, а в целом, а заражений за день тысячи, десятки тысяч. О чем говорит этот график и что мне удалось понять, проанализировав колебания, которые мы видим здесь не только для Украины, для многих-многих стран, 80 стран со всех континентов, с разным уровнем развития там, экономики, общества, все-все-все было разное. Тобто коливання дуже схожі, да, так? Да, як в Україні, так і на показники в інших країнах. Абсолютно точно. Получилась картина, которая меня действительно очень удивила. Практически весь мир сегодня подчиняется вот таким вот большим колебаниям, в смысле количества заболевших, которые имеют период приблизительно один год, даже там чуть больше. То есть, я недаром сказал, что, скорее всего, максимум еще не пройден, из этого
следует, достаточно очевидно, что мы еще будем набирать, к сожалению, количество заболевших. Но потрясает действительно тот факт, что подавляющее большинство стран живут по одним и тем же законам в плане развития пандемии. Не дивлячись на різний рівень медичного обслуговування. Абсолютно точно. Вакцинація. Медицина, вакцинация. Усилия правительств центральных, усилия местного самоуправления. Вообще политика в отношении пандемии, там, скажем, в Швеции никакого локдауна не было, были страны с комендантским часом и так далее. И все они живут вот под таким законом. Исключения есть, конечно. К исключениям относится Латинская Америка, Бразилия и несколько стран вокруг этой страны. Это может быть связано с тем, что все-таки Бразилия большая страна, довольно большое население, но не такая развитая инфраструктура, труднодоступные места. Бразилия оказывает влияние подавляющее на своих соседей, и там вот одна и та же характеристика. Австралия. Тож, як у Бразилии, там больше захворювання, або меньше? Дело вот в этих колебаниях. Дело в колебаниях. Почему? Потому что мы с вами сейчас говорим о прогнозе, и прогноз, который я хочу сейчас, ну, рассказать, объяснить, даже вот попытаюсь порисовать схемку, чтобы лучше понять эти данные. Он как раз построен на том, что болезнь идет волнами. Вот наше правительство говорило о третьей волне, по моему убеждению, это все-таки не третья, а это просто следующая фаза вот той первой волны, которая идет. Но что касается Бразилии, кстати, Австралия обусловленная страна, и по странной иронии судьбы Белоруссии, ну здесь могут быть сомнения в достоверности статистики, у них этот период колебаний не год, как в остальных странах, а полгода. Вот, вот и вся разница. Но что такое колебания, ну, с точки зрения математики, с точки зрения инженерии? Мы можем колебания, любые колебания, которые мы видели вот на графике, представить в виде вот такой вот схемы, где отражаются амплитуды, то есть вот этот размах колебаний. Ну вот смотрите, у нас было 16 там с небольшим в ноябре, и в где-то январе, в конце января было там небольшое количество, даже 2-3 тысячи. Вот вам и разница между 15 тысячами заболевших за день, за сутки, да, и двумя-тремя, это и есть размах колебаний. Вот я попытаюсь схематически нарисовать вам те размахи колебаний, те амплитуды колебаний, как это называется в инженерии, которые мне удалось выявить в колебаниях, которые происходят у нас с заболевшими и в зарубежных странах. Вот посмотрите на этот график. Здесь я красным вот этим вот большим столбиком обозначил те колебания, которые самые большие, самые интенсивные. Вот у нас это перепад между 15 тысячами и двумя. Вот эти колебания как раз самые большие и имеют у нас и в большинстве стран мира период равный одному году. А вот, скажем, здесь самая маленькая из тех частот колебаний, которые я рассматривал, это одна неделя. Это те колебания, которым подвержена наша статистика. Ну, буквально сегодня была опубликована цифра в 7 с небольшим тысяч, которая говорит о том, что просто меньше проводилось тестов за выходные. Очень так, во многих звісно, странах это... Так, звісно, зазвичай так і є, якщо дивитись на українську статистику, якщо на статистику інших країн також, так? Абсолютно точно. І от що я хочу сказати, що разниця між вот этими большими колебаниями и маленькими, примерно в 5-7 раз для разных, вот маленькими колебаниями, в 5-7 раз для разных стран. То есть и здесь наша страна не является исключением. Что следует из того прогноза, который я сделал? Во-первых, ну, и это, к сожалению, очевидно, уровень заболевших за день будет еще расти некоторое время. К этому надо быть готовым, к этому надо относиться, ну как, я не хочу никого, я еще раз повторюсь, я вне политики, я не, здесь не хочу
поддерживать или обвинять в чем-то власть. Речь идет об объективных вещах, которые происходят всюду. У нас, в Соединенных Штатах, в Британии, в Соединенных Штатах уже количество вакцинированных, по-моему, приближается там, к миллиону или даже больше. Ну, в общем, большой размах занимает эта деятельность, но факт остается, вот эти колебания, которые имеют период год, они продолжаются и в нашей стране, и там. Поэтому, к сожалению, к этому надо относиться с готовностью, быть к этому готовым. Конечно же, вот здесь, вы знаете, комментируя этот вопрос, несмотря на все попытки и желания воздержаться от политики, я все-таки хочу сказать, это невозможно. Да? Говоря о будущем и нашей страны, я все-таки хочу надеяться, что в дальнейшем не будет продолжаться экспериментирование с локдаунами, а все-таки займутся более серьезной и вплотную вакцинацией. Это единственный путь. Звісно, вакцинація, вона окаже, так би мовити, здійснить вплив, і будуть зовсім інші. Ну, ми надіємося, тому що, звісно, на ті дані, які я обрабатував вот на сьогодні, на середину, на кінець марта, вакцинація серйозного впливу не оказала. І я говорю о том, куди пойде заболіваємость в нашій країні, куди пойде заболіваємость в інших країнах, при условии того, что вакцинирование не окажет заметного воздействия. Конечно, будем надеяться, что все-таки человечество выиграет эту битву. Но снова хочу вернуться еще к мысли, которую мы высказывали в нашем с вами разговоре в ноябре месяце. К великому сожалению, есть еще одна неприятная особенность, связанная с коронавирусом. Какая самая? Его распространение, скорость его распространения практически, снова-таки, практически не зависит от усилий, которые предпринимаются в области медицины. В основном эта скорость зависит от интенсивности бизнеса в стране и немножко зависит от социально-культурных, как бы это сказать, ценностей, координат, я бы даже сказал, в которых живут люди. Скажем, вот это легко проиллюстрировать той же ситуацией в Китае. Да, там колебания остаются, но просто я хочу назвать цифру последнюю, которую я вот помню, это на субботу, если я не ошибаюсь, или на пятницу, эту пятницу. 20 заболевших на 1,5 миллиарда населения. Да, колебания у них такие же точно по своим характеристикам, и самое мощное колебание – это годовые колебания. Это может быть связано и с сезонностью, с миграцией, с кучей разных факторов. Ведь математика в данном случае инструмент мощный, но в какой-то степени слепой. Она покажет результат, она покажет, какие, вот, скажем, там, колебания есть. Но математика нам дает просто пищу для размышлений, сама она не объяснит. Но возвращаясь к Китаю. Да, там эти колебания тоже самые большие, но речь там идет о нескольких десятках, сотнях людей, а не тысячах, как в нашем случае, как в случае да, той же соседней Польши, скажем, где 21 тысяча заболевших было на субботу, если не ошибаюсь. Досить цікавим було б, якби ви проаналізували, наприклад, країну, таку як Ізраїль, там же там, де вакцинація йде повним ходом. І які результати після вакцинування вже? Ну, з точки зрения, опять же, колебаний, страна теж под... А, кстати, вот насчет Азії і Африки, да? Я хочу сказать, что Египет тоже выпадает из вот этого общей картины, но, может быть, тоже... Позволю себе высказать некоторые сомнения по поводу статистики и того, что, конечно же, Египту было правильно и приятно подать себя как страну туристическую и безопасную от ковида. Может быть, поэтому. Что касается Израиля, Израиль участвует в тех же процессах. Ну, понимаете, какая штука? Ведь это вакцинирование, да, успехи есть, и количество заболевших у них снижается. Но...
Я сейчас говорю о том, что есть волны, то есть вот эти вот всплески и падения, которые, в общем-то, на сегодня пока от уровня вакцинирования не зависят. Естественно, потому что, давайте подумаем, когда началось вакцинирование. Вакцинирование началось, ну, в лучшем случае, в ноябре, в конце ноября прошлого года. Так, на профилактику. В конце года. Мы помним, что по всем вот этим вот вакцинам, по описаниям, должно пройти, сначала должна быть первое вакцинирование, должно пройти до 9 недель, сейчас говорят, между первым и вторым, и тогда вакцина будет действовать на полную катушку. То есть сейчас еще это действие, если я не ошибаюсь, у нас в нашей стране только один человек принял две дозы вакцины. То есть это действие вакцины не включилось. Но я говорю о том, чтобы, может быть, с одной стороны я звучу пессимистически, да, вот будет расти, но с другой стороны я хочу и успокоить людей, которые, естественно, обеспокоены, которые не понимают, кому верить, кому доверять. Я хочу сказать, что при любом отношении к власти, к политике есть объективные вещи. И по этим объективным законам пандемия развивается во всех странах. Что бы правительство ни делало, результаты, снова я никого не обеляю, выгораживаю, результаты скажутся через некоторое время. Кстати, наоборот, я хочу сказать, что если правительство неэффективно, то через еще нужно подождать, результатов не появится, проблема усугубится и все пойдет по возрастающей. Но факт остается, что есть у нас годовые колебания, есть у нас колебания сезонные. Ну, мы все наблюдали, что летом был действительно спад во всех, практически во всех странах. И вот эти вещи объективны. Эффективность деятельности властей мы ее увидим только через несколько месяцев. Ну, если пригласите меня в студию, постараемся прокомментировать это и выражу слабую надежду, что новая наша встреча не совпадет с какими-то катастрофическими последствиями в развитии пандемии. Да, 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 очень хотелось бы. Но еще раз, я просто, говоря о этих результатах, комментируя то, что происходит, хочу еще раз повторить. Мы имеем дело с объективными, очень мощными силами, природными, если хотите, вот, на которые, естественно, любые власти, любые политические деятели просто обязаны оказывать давление, влияние. Но результаты этого влияния, к сожалению, сказываются не сегодня, а с некоторым запасом. Вот я еще хочу одним результатом поделиться. Та же математика, которая позволяет понять, какое колебание самое мощное, она еще и позволяет понять, когда же все-таки произошел переход против просто резкого роста, ну, практически вертикального, к росту вот этому вот периодическому, к колебаниям. Так вот, я скажу, что в подавляющем большинстве стран первые три месяца, то есть примерно начиная с первых чисел, первых чисел нового 2020 года до примерно марта-апреля, в большинстве стран вообще даже намеков ни на какие колебания не было, была вертикальная вот эта вот свечка, рост заболеваемости, как насправді, это в той час люди просто почали розуміти, що таке. Совершенно верно. И в Украине почали диагностировать COVID, напевно, понимать, насколько это опасно, страшно и так далее. Володимире, тож хочу з вами ще поговорити про навчання студентів. Ну да. Зараз вищі знов переходять з комбінованого формату навчання до вже знов дистанційного. Як в університеті імені Альфреда Нобеля, в якому ви працюєте? Ну, когда, така ж сама ситуація. Как лицо заинтересованное, конечно, мы, естественно, мы отслеживаем, мы пытаемся как-то спрогнозировать эти процессы. Больше того, на сегодня мы готовы работать
в любой абсолютно ситуации, даже тотального карантина. Как любой нормальный человек, ну и вот как все-таки человек немножко сведущий в математике и в анализе сложных процессов, хочу сказать, что вряд ли он оправдан карантин, но мы готовы работать. Скажем, когда мы получили возможность там, с 1 марта, да, работать в живую, формате, в офлайн формате. В живом формате, осуществлять живое общение со студентами, естественно, придерживаясь всех этих карантинных мер, мы для себя такой вот рецепт выработали. 3 дня мы работаем в университете, в стенах университета. Наши студенты очень соскучились, и мы по ним соскучились. Вы знаете, хочется обнять всех. Хочется обнять всех. Але треба бути обережним. Да, да, да. Но если бы, ну я хотел сказать, если бы не противоэпидемические все эти предосторожности. И 2 дня мы все равно сохранили, вот на протяжении этих 3 фактически недель, 2 дня мы сохранили онлайн, ну потому что действительно некоторые занятия просто нельзя из соображений выполнения законодательства, всех требований проводить, где большие потоки и так далее. Но сейчас нас снова отправили в... Непонятный продолжительность. Вот я ищу слово, чтобы описать вот продолжительность нашего грядущего забега в онлайне. Продолжительность его, в общем-то, пока не ясна. Ну, я все-таки оцениваю вот так вот, и опираясь на свои прогнозы, на здравый смысл, что, к великому сожалению, я думаю, что до середины апреля возвращение в аудитории, по крайней мере, образование ждать не приходится. Но мы, естественно, снова-таки опираясь на опыт, который накоплен уже за год, сегодня постарались максимально совместить вот эти вот форматы обучения. Мы стараемся сегодня делать так, чтобы наши студенты не чувствовали себя оторванными от аудитории, от родного университета. Ну, начиная, скажем, от того, какой фон у нас за спиной, когда мы работаем в Zoom. Я знаю, що ви, коли працюєте в Zoom, то зазвичай знаходитесь у вас вдома. Тож, да, який да, фон маєте? Ну, у нас є дуже хороший фотобанк нашого університету, який міняється. Я все время студентам говорив, не дай мені Бог поміняти картинку на зиму в университетском дворе. К сожалению, мне пришлось, мы сделали очень хорошую фотографию в преддверии 14 февраля, заснеженные варежки, сердечко, все такое. Студенты действительно тоскуют, но не только фоном, на самом деле. Ще до фону, ви працюєте на зеленому фоні, так? На якому, ну, конечно, відображається, да, да, та картинка, яку ви хочете, так би мовити, запустити, так? Ви знаете, да, уже ловиш себя на том, что пошел в этом направлении совершенствования, как в профессиональном телевидении. Да, конечно, зеленый фон, хорошая камера, микрофон. Это тоже один из инструментов того, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, потерянными. Звісно, коли ти не чуєш свого, так би мовити, вчителя, якщо ти не чуєш викладача, якщо ти його погано бачиш або щось там десь не розумієш, то тут як говорити про якість і конечно, якість викладання? Да, я хочу ще сослатися на одне исследование, не наше, не моє, не наше. Німці ще во времена роста популярности скайпа, это даже был не Viber, скайпа, провели исследование. Ну, если кто пользовался скайпом, знает, что там очень часто запаздывание, искажение сигнала. Так вот, если сигнал, определили немцы, опаздывает к тебе на 1,5 секунды, ты подсознательно начинаешь воспринимать своего собеседника как враждебно настроенного по отношению к тебе. Подсознательно. Это действует независимо от тебя. Конечно, приходится вкладываться и в техническую базу. Но я даже больше не о технической базе. Мы стараемся использовать те инструменты и методы, которые вот позволяют людям, которые находятся так же, как и мы у себя дома,
которые, значит, испытывают дефицит общения, в том числе взаимного, мы их подталкиваем к очень тесному взаимодействию через использование всех тех инструментов, которые предоставляет Zoom. Мы специально исследовали эти вопросы, мы постоянно анализируем отклик и стараемся еще раз заменить живое общение. 100% это сделать не удастся, но, по крайней мере, мы в этом направлении двигаемся. Я знаю, що в університеті, там, де ви працюєте, ви зараз розробляєте таку аудиторію, там, де можна буде навчатись і офлайн, і також навчатись онлайн, так би мовити, підключатись туди, але не відчувати майже різниці. Абсолютно. Що це такий за інноваційний проєкт? Розкажіть про нього. Ну, як говорять на защитах диссертації, спасибо за вопрос. Дійсно, це те, що нам прежде всего пришло в голову еще в сентябре прошлого года, в начале нынешнего учебного года. Мы поставили перед собой задачу максимально использовать тот опыт, который мы наработали в онлайнного. Да. И мы отдаем себе отчет, что наши студенты, многие из них там живут, там, скажем, в Кривом Роге, в Павлограде, в Новомосковске, в Каменское гораздо ближе. И, естественно, им тяжело каждый там, допустим, день, кто-то хочет сэкономить на общежитии и все такое. И вот как раз этот формат адресован им, студентам, которые из других городов могут учиться, когда мы поставили перед собой задачу интегрировать этих людей, которые подключены через, там, скажем, второй монитор, который стоит, через хорошую камеру, которая будет следить за перемещениями преподавателя. Мы поставили задачу стереть грань между теми студентами, которые сидят в аудитории, и теми студентами, которые подключены в Zoom. Я даже думал о том, чтобы, скажем, групповое обсуждение организовывать, набирая тех и других. Угу. И да, мы работаем, мы фактически технически, технологически этот проект завершаем, но вот то, что нас снова отправили в дистанционное образование, несколько тоже отодвинул начало эффективного использования этого инструмента. Чи знаєте ви інші приклади в інших вишах, можливо, України чи навіть не України, де вже такий проєкт схожий на цей реалізований і працює? Ви знаєте, ми не держимося за якісь там пальми первенства пріоритету, але просто наш університет інноваційний по своєму определенню, по своєму созданню. Тому для нас, як це сказати, нам очень близки любые инновационные идеи, проекты, инициативы. И в частности здесь мы открыты, да, мы скорее всего первые, мне неизвестны примеры таких вот попыток. Скорее всего мы первые, но я еще в июле месяце, в первых числах июля, как раз перед отпуском, вышел с предложением собрать круглый стол среди преподавателей. Мы собрались, мы обсуждали тот позитив, который можем получить из нашего опыта дистанционного преподавания. Вот мы его просто на сегодня реализовываем. К сожалению, жизнь несколько внесла коррективы в наши планы, но мы от них, естественно, отказываться. Я думаю, наступного разу мы с вами зустрінемося, ви вже будете розповідати про реалізований проект в стінах вашого вишу. Ну, в конце концов, кривая колебательная идет вниз. И мы надеемся, и плюс ко всему, все-таки мы должны надеяться на результаты вакцинации, которая сейчас идет и в нашей стране. Дякую вам, что вы пришли на эфир и рассказали про прогнозы и развитие пандемии. Спасибо. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре.